На конкурс дети читают стихи «Бурлак Артем», «6 лет», «Город Сургут», про гимназия «Алиса», стихотворение «Новогодняя елка», автор Усачев. Я как-то на даче встречал Новый год, к 12 сдвиглась стрелка, и вдруг за окошко как что-то рванет, и бомба ли, думаю, в мой огород. Гляжу, это ж надо же, тарелка, а рядом с тарелкой стоит существо. Я сразу смекнул, марсианин, 4 руки и 7 глаз у него, под каждым здоровый синяк у него, но с виду, как будто не ранен. Позвольте представиться, гость говорит, Вась-Вась, а по-вашему, Вася, прошу изменить за нежданный визит, на трассе встретится метеорит, и нос у тарелки расквасил. Землянин пришельца не бросит беде, принес я баллон и горелку, кувал достал, постучал кое-где, и вскоре исправил тарелку. Бардон, говорю, иноземный посол, прошу ко мне в гости за праздничный стол. И вот новогодняя ночь началась, картошку вовсю уплетает Вась-Вась, грибочки домашние, засолки. Но я замечаю, все 7 своих глаз мой гость не отводит от елки. О, диво, бормочет пришелец, откуда взялось у землян это зимнее чудо? Обычное, ель, говорю я ему, тут у нас эти елки повсюду растут. Вась-Вася аж подпрыгнул, повсюду, и я себе тоже такую добуду. И с криком на Марсе расти будет ель, схватил он топор и умчался в метель. Я бегал, я звал, я прождал до утра, вернулся пришелец без елки. Меня обманул ты, землянин, вчера, на елках простых не растет мишура, лишь шишки одни, да иголки. Василий, смеюсь я, какой же обман, мол, так объясняю и так-то. Не веришь, с обидой ему говорю, бери мою елку, как гостю дарю. Пришелец был так благодарен, в улыбке светился, как Юрий Гагарин. Простились тепло через четверть часа, тарелка взвелась над планетой, лет 5 или 6 пролетела, и вот подъехала однажды я к даче. Огромный контейнер стоит у ворот, и лентами весь перевязан, как торт. Признаюсь, я был озадачен. Вскрываю и вижу подарки. Игрушки, хлопушки, орехов мешки и странный конвертик без марки. А в нем следующая записка. Уважаемый друг, ваша елка у нас прижилась, дает хороший урожай. С приветом, Вась-Вась!